История любого современного самолета начинается задолго до того, как он впервые поднимется в небо. Прежде следует бесценный опыт, накопленный предыдущими поколениями. Затем предвидение ученых, талант инженеров и конструкторов. Лишь вобрав в себя все лучшее и новое, самолет может стать неповторимым и уникальным. Его лицо – выверенные аэродинамические формы. Его одежда – сдержанный камуфляж строевых машин или вызывающий яркий цвет пилотажных групп. Его сердце – двигатель. Душа самолета – это труд людей, создавших могучую птицу. И, наконец, мозг самолета – хитросплетение проводов и электронных схем, во главе которых находится летчик. В самолете, как и в человеке, все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли.